Всем привет, ребята, это канал Мистер Кэт, меня зовут Герой Ван, я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности. Сегодня мы идем за Мадонахом. Да, ребят, да, это квест следовать за Мадонахом. Вы заметили, что после вот этой заставки я постоянно говорю, да, ребят, да, это так бесит. Да, ребят, да. Ладно, погнали дальше. Маркарт, я так понимаю, сейчас будем брать город. Окей, ладно. Мадонах, думаешь, что сможешь улизнуть из моей тюрьмы, а? Ты заплатишь за то, что сделал с моей семьей. Моей семьей? Ты слишком долго отравлял предел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будут биты. Так, и кого мне бить? Секунду, ребят. О, у нас же легенда. Все нормально. Бедный, бедненький. Его даже немножечко жалко, да? Победа за тобой. Нет подходящего камня души. Так, и что? А что нужно? Нет, подождите. Подождите. Грабеж. А где этот квест? Отголоски, подъем на рассвете. Цифры, темное братство, ветер, отголоски. Просто что мне нужно делать? Всех убивать? Ну, видимо, да. Солдат братьев Бури тут. На моей стороне. Воу! Воу! Так, давай, вставай. Блин, я, кажется, застрял. Воу! Самое интересное, друзья, что непонятно, кто против кого. Ну, я за изгою. Да, я сейчас за изгою, так что давайте им помогать. Просто у меня как-то странно, на маркере нет красных точек, и это немножечко непонятно мне. Ладно, истребляем всех охранников, и не знаю, почему-то застыл. Да, побудем плохими, ребят. Только жалко, тут же, наверное, много квестов, которые я еще должен выполнить, а теперь, получается, не смогу их выполнять? Или смогу? Надо убить. Так, вот тебя. Нет подходящего камня душ. Так, ты в кого стреляешь? Ага, вижу. Я думаю, это долго будет, так что... Должно быть, сбежал. Сделаем все быстрее. Парень далеко бежал. Он как-то убежал. Ой, господи. Скорее, я люблю тебя. С таких вот моментов. Оу. Вот стойте, подождите. Так, выяснить торга. Ага, найти источник силы. Задание. Виноград Джазби никак не найду. Угу. Привести дельфини кандидатов в клинки. Выбить драургов из логова Сольюнда. Помочь жителям Белого берега. Соратников. Соли пустоты. И клоны Восточной Имперской компании.
их там находил, но это, наверное, задание нельзя выполнить. Странно. Что? Куда они рванули? Давайте я сейчас за ними рвану. Потому что я что-то не пойму смысл этого квеста, задания. Мы тут всех перебили. Они куда-то все свалили. И... По-моему, оно как-то там должно продолжаться. Или... Или мне кажется. Так. Прости, солдат, братьев Бури, но... Сегодня не твой день. Куда они бегут? Что мне, блин, делать? Они просто убегают. Они просто сваливают. А где? Может, мне нужно... Может, мне нужно их шмотки одеться, а? Может, они меня не признают еще, пока я не переоделся. Они же мне дали ресет, по-моему. Нет, по-моему, не то что-то. Вот. Сапоги. Голова. И нужно что-то лишнее. Ой-ой-ой-ой-ой. Вау! Такой рогатый. В легких доспехах и ходить легко. Умно. Почему-то они уже нас не атакуют. Странно. Ну и куда он рванул? Это он? Ну да, главарь, по-моему, тот самый первый. Вау. Ребят, я первый раз в этом сете. Так давайте, наверное, я щит уберу. А, он мне не отображается, ладно. Да, ну ж с билдов все попропадало. И теперь я как бы должен все вручную выставлять. Ну ладно, выставим потом. Я пока уберу. Хм. Ну, давайте пробежимся за ними. Нет, что-то не то. Куда они все разбегаются? Что за черт? Ура, Урацен? Ах, вон. Нет, это не он. Вот черт. Ладно. Пойдемте, пойдемте. Я бегу за ними. Хотя нет никакого задания, и я не пойму, что происходит. Куда они бегут? Куда, ребята? Ребят, ну расскажите мне что-нибудь. Я уже переоделся, как вы. Сюда! Ага, Мишка. Привет. Так, мимо. Они игнорят. Они просто убегают. Что за черт? Куда-то бегут, бегут, бегут. Ладно, чтобы он за нами не гнался, я его сейчас... Вот на тебя у меня душа есть. Да, животное это белые камни душ, а вот черные камни душ. У меня все закончились. Ладно. Куда они меня ведут? Надеюсь, это не какой-то глюк. Потому что мне что-то больше... Ой, стой, стой, дай, поймай ее. Блин, ладно, не поймаю, я сейчас их потеряю. Козлик, привет. Что за черт? Куда они прибежали? К имперцам? Имперский лагерь. И что? Ребят, мы тут просто мимо. Серьезно. Тут не поймет такой ножи. Думает, что... стоп. Стоп, мне драться или не драться? А, ребята, что, блин, происходит? Куда? Куда мы направляемся? Да. Я, честно говоря, в замешательстве, ребят. И что? Белый флакон вновь полон. Урацен. Это зверь. Ну, нашли какие-то руины, которых я еще никогда не был. Там кто-то начинает уже по нас гасить и... Где мои ребята? Эй. Эти просто застряли, мне нужно за вот этим вот бежать. О боже! Что происходит?
Одержимый? Вот так. Не связывайся со мной. Он рыгал на нее, что ли? Господи. Да. Видимо, это какой-то глюк. Я не знаю, может быть, сработал какой-то скрипт. И эти ребята сейчас будут бежать. Это кто? Да. Изгой-добытчик. Что тебе нужно? Это мирные изгои. Чего ты хочешь? Мирных, я не знаю, раньше никогда мирных изгоев не находил, а тут... Ну, сейчас как бы логично, потому что мы спасли вождя изгоев, короля, и, наверное, мы бежим в какой-то главный лагерь. Хм. Вот что это? Мы пришли? Да, что-то очень-очень похожее. Предел снова будет нашим. Слава изгоям! Так. И что? И что теперь? Предел снова будет нашим. Вау. Красивенько. Ну, давайте зайдем. А, мой товарищ по несчастью из шахты Сидна. Привет. Мадонах, вот он, друзья. Вот он. Здесь оно и начнется. Новое восстание. Новое восстание? Предел снова будет нашим. Ладно. Давайте совершим это восстание. Я это ни разу не выполнял, ребят, так что я хочу пройти. Идиоты и впрямь дерутся. Дай им, бей их. Ух ты. Я эту локацию когда-то находил, но мне приходилось всех убить, потому что они тут агрессивные. Теперь, когда мы выполнили этот квест... Сделайте же что-нибудь. Да кто дерется-то? Что за черт? Я что-то не пойму. Что-то сработало непонятное. Какой-то скрипт, что типа кто-то дерется, а на самом деле все спят. Нужно питаться. Предел снова будет нашим. Ладно, будет так будет. Вересковое сердце. Предел снова будет нашим. О, господи. Мрачновато, да? Предел снова будет нашим. Что это за ритуалы, блин? Не знаю, те ребята там остановились и больше ничего не происходит. Что это за карта? Что она означает? Какие-то точки. Хм. Но зато тут халявный лут. Посох заживления. Пока, ребят, я не пойму, где будет продолжение. Предел снова будет нашим. Какое откровенное. Ладно. Я в замешательстве, потому что я не пойму, что мне нужно сделать. Или что-то забагалось. Предел снова будет нашим! Или что-то сломалось. Мы получим свободу когда-нибудь. Слушай, Мадонах, ну что мне делать-то? Здесь оно и начнется. Новое восстание. Новое восстание, говорит, начнется. Как оно должно... Мы получим свободу. Когда-нибудь. Как оно должно начаться, никто не понимает. Может, нужно подождать? О, что тут у нас растет?
Картошечка, картошечка. Слушайте, а садить... А, блин, садить я не могу, жалко. Лук порей есть хоть тут где-то? Нет. Картошка есть, а лука порей нет. А в бочках? В бочках, я знаю, по-любому что-то всегда... Интересно, если я ее ударю. Да, ай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что за черт? Предел снова будет нашим. Давайте сохранимся. По-моему, фишка есть прикольная. Если мы воруем вересковое сердце, то он умирает. Прикольно, да? Быть вором. Но мы этого делать Предел не будем. Снова будет нашим. Потому что я не пойму, что мне нужно делать. Не пойму. Мы просто освободили Мадонаха и все. И больше никаких заданий, ничего. Если я на все понажимаю, может быть, я какой-то невнимательный, то... Не стоя на сюда приходить. Кому? Вот так, там никого нет. Не связывайся со мной. Кого она пришила? Барана? Козла. Здесь оно и начнется. Предел снова будет нашим. Я могу стать вашим родичем. Такая честь не дается кому попало. Такая честь не дается кому попало. Родичем это изгоем или орком? Здесь оно и... Предел снова будет нашим. Восстание. Предел снова будет нашим. Предел снова будет нашим. Предел снова будет нашим. Не знаю, ребят. Просто не понимаю. Что делать? Как делать? Зачем? Ой, смотрите, тут прям два квеста. Ну, я думаю, сюда мне нужно. Потому что... Дельфини-кандидаты. Я не пойму, друзья. Я, по-моему, думал, что будет какое-то продолжение. И вроде бы как бы можно сделать вот этим вот воином с вересковым сердцем. Или что-то в этом роде. Который будет давать там нам какой-то сумасшедший баф. Предел снова будет нашим! Выносливости. Здесь оно и начнется. Новое восстание. Но нет, ничего не происходит. Я не знаю, может это какой-то баг, ребят, или что-то еще, то напишите мне, пожалуйста. А может и все. Может и не надо ничего делать, потому что мы уже все сделали, что могли. И как бы хватит. Ладно, давайте оденем наш сет боли обратненько. Ко-ко-ко. Так, нет, где моя? Надо отнести домой. Отнести домой все лишнее. Вот ради интереса. Если мы сейчас в Маркарт отправимся, то что? Мы там поперебивали братьев Бури. Сейчас все нормально будет? Никто? Ничего? Мой любимый собутыльник. Давай. Охрана нас не будет агрить или бить? По-моему, мы всю охрану перебили, да? Господи, он что, зубами держит топор? Он зубами держит топор, ребят? Что за черт? Не, ну понятно, это баг, но... Какого? Значит, за преступлениями стоит Мадонах. Боги, смилуйтесь. Ну, почти. Непонятно почему, но на нас никто не ахрится. Мы тут ни при чем. Ты из коллегии. Приходилось о тебе слышать. Странно, ребят.
Отнюдь очень странно. Ну, ладно. Странно, ладно, но я, наверное, вот сюда сейчас отправлюсь, потому что у меня там два задания. Мне там нужно найти какую-то книгу и выучить какой-то крик. Так что я с удовольствием сейчас туда отправлюсь. Ну, для начала я, чтоб быстро... Это, по-моему, какое-то второстепенное задание там у меня, да? Нет. Ах, господи, нужно ж вот так вот сделать. Или не будет работать. А нет, одно второстепенное. Найти источник силы вместе под названием... И книга. Ага, все, сейчас я отсортирую. Так. Найти источник силы. А здесь мне нужно найти какую-то книгу, да? Лук. Грабеж. Вот. Вот эти два задания, которые ведут в одну локацию. И мы сейчас туда сбегаем. Так, сейчас посмотрю, сколько у меня тут времени на таймере. Есть 10 минут. Ну, не знаю, ребят. Я не знаю. Я ожидал чего-то более. Может быть, что-то залагало. Может, что-то сломалось. Но, по-моему, когда я еще проходил Skyrim без DLC, когда не было еще даже самого первого DLC, вот это вот, которое про вампиров вышло, потом же Dragonborn только, то там было какое-то другое продолжение, что вроде бы как бы можно было сделать себя этим воином с этим сердцем. Я отказывался от этого. Может, я не знаю, может, это мне приснилось, ребят. Ну, если кто-то в курсе, то напишите мне, пожалуйста. Может, я что-то перепутал, может, мне действительно что-то приснилось, и я не прав, или у меня что-то сломалось. Господи. Это нормально, я сейчас допрыгаю. Нормально. Не на такое забирались. Ну, вау, как же красиво, блин. Так, ну, я, честно говоря, сделаю яркость немножечко поменьше, потому что за предел яркости. О, да. А, я уже вижу это место. Я помню его. Да, я его помню. Так, давайте-ка я сохранюсь. И поставлю все на билды, потому что у меня ничего не стоит. Ага, у меня только эбонитовая. Ни лука, ни щита. Щит двоечка, безжалостная сила единичка. И лук хочу поставить на троечку. Отлично. Ах, ну да, день. Выносливости нет, но у нас есть баночки, которые я не использую. Сейчас в самое время. Вот когда они полезны, когда ты бегаешь за вампира днем и... А, стойте, у меня же, по-моему, была передышка, я мог просто отхилиться себе магией. Блин, точно. Что за черт? А, паучок. Привет, друг. Она самый безобидненький, самый маленький малышек. Притом это гигантский, ребят, это гигантский. Ну что ж, в следующей серии у меня будет новый сет. Да, я переоденусь в новый сет, кидайте ваши предложения, но это будет что-то новенькое, в котором я еще ни разу не бегал. Тяжелая броня? Тяжелая, ребят, да. Ой-ой-ой, парень. Этого, по-моему, вообще недавно поджарили. И вот он, красавчик. Вот он, дорогой. Так, крики. Можно воплощение дракона юзнуть. Давай. А, только один раз в день. Ну, конечно, день еще не прошел. Ну, тогда мы отбой. Давайте, наверное, я драконобой использую. Лед. Мне не страшно. Так, дорогой. Вот эта вот фишка, когда он вниз прыгает, и вы можете его ударить. Это даже было в начале в трейлерах, я помню. Так прикольно. Господи, все драконы ко мне задом что-то приземляются. Не пойму, что происходит. Да ладно. Он, наверное, меня сейчас съест, ребят. Сработает скрип, да?
Нет, нет, мне повезло. Чё за чёрт? Чё меня так больно кусает? Давай приземляйся. Я, наверное, использую белый флакон, ребят. Что ты что-то повыпивал? Не, ну вы посмотрите. Чё так урон проходит, не пойму. Вообще, я проседаю очень быстро. Это какой-то высоко... уровневый! Что это такое? Я получил какой-то баф, который... из-за которого я быстро умираю, что ли? Что это такое? Ладно. Окей. Вспомнили, что такое легенда. Быстрое лечение. Ах, ну да. У меня же и маны нет. Так что фокус... Я что, забыл? О! Ну что за черт? Щит. Булава. И зефир. И сохранимся. А, не-не-не-не-не. Давайте еще крик. Драконобой. И сохранились. Все, я сейчас сразу юзну все. Все свои плюшки, бонусы. Где этот паук? Отдай мне свою душу. И пойдем. Давайте еще раз сохранимся. Потому что как-то страшновато. Блин, какой сильный дракон-то. Ты далеко не улетай. Далеко не улетай, мой дорогой друг. Блин, что-то не то из дома. На! Получай. На! На! Ой-ой-ой. Далеко не улетай, мой дорогой. Так. Не знаю, зачем магию. Давай. Мы еще не договорили. На! Получай. Господи, у меня... выносливость тратится просто после одного удара. Древний дракон, ребят. Это древний дракон. Иди сюда, иди, мой маленький. А к черту. Все продам. Все продам. Даже без перка он двигается быстрее. Сейчас доберусь. Ну вот, видите, первое задание — это изучить этот крик, а второе... Ой, какая горка косточек прикольная. Недавно этот дракончик покушал. Где-то этого скелета уже видел. Элементарная ярость, ребят. Вау. Это мы выполнили. И ветер, песок мы забрали. Мы перегружены. Поговорить с Нелотом. Ой, это еще задание Нелота, обалдеть. Кстати, да, ребят, я еще Нелота все задания не выполнил. Потому что когда выполняешь, по-моему, все его задания, он дает тебе комнату, он дает тебе дом. Ну, точнее, жилище. Ну, и сейчас, наверное, туда и отправлюсь. Но для начала
Для начала мы вызовем нашего торговца. И я, как всегда, сделаю... Так, кстати, таланты. Самый полезный перк в Скайриме. Просто невероятно полезный. Просто самый, который вы должны получить на первых вообще порах. Что я хотел сделать? Я просто хочу, наверное, наконец-то одеть маску Клавиуса, чтобы мне цены были повыгоднее. Вот. Итак, уверен, мы сможем договориться. Так, 14 тысяч и заходим в одежду. Две заточки, которые нужно бы улучшить, ребят. Улучшить и попробовать. Поиспользовать их. Бонитовый клинок. Нужно все отнести в свои коллекционные коллекции. Коллекционные коллекции. 1600. Это не надо. Это хочу оставить. Хочу тоже оставить. Господи, что же я продам? Ладно. Это мне нужно в самый, наверное, низ. И здесь... Давайте попродаем все вот эти вот дорогущие... Камушки. Белый флакон опустел. И все. И денежками вернули. И мне так нравится. Ну что ж, ребят. Я не знаю. Я честно говоря, думал, что произошло есть какое-то, не знаю, глобальное завершение. А мы просто вернули Мадонаха, освободили, перебили братьев Бури. С делами заведует капитан Гьял. И все. Ну, как-то вообще, знаете... Неинтересно. Серьезно. Я не пойму из-за чего. Господи. Возвращение в Моровинд. Так классно. Ну да, это не Моровинд, это Солтхейм, но и тем не менее. Солтхейм, как вы мне скажете, не. Почему я не могу себе сделать домик, чтобы у меня была точно такая штука? А, так прикольно. Древняя магия. Привет. Мирак был серьезным соперником. Интересно было бы взять его в ученики. А может, его можно оживить? Да нет, по-моему, от него ничего не осталось. Книга была именно там, где ты сказал. Возможно, этот источник был надежнее, чем я полагал. Жаль. В любом случае, это потрясающе. Думаю, я смогу осуществить преобразование вихревой энергии. Да-да, я все напишу. А ты можешь забрать копию у Талваса через несколько дней. Кроме того, вот, возьми за помощь. Ветер и песок. Ну что ж, задание мы это выполнили, и можно обучиться зачарованию, но оно у нас максимальное. Да, ребят, здесь есть зачарователь посохов. Не знаю, ну, наверное, самых бесполезных вещей. Ну, может быть, и полезных, но я не знаю, ими никогда не пользовался. Я вот не пойму, мне должны дать вот эту вот комнату. И она должна быть в идеальном состоянии, только вот принадлежит не мне. Я точно помню, что должны мне здесь дать комнату. Ну, вот какого черта? Ах, наверное, нужно выполнять еще какие-то задания. Драконы. Мастер Нелот говорит, что волшебнику Телвани они не страшны. Но что делать простому ученику? Он стрельнул ему в спину? Я лучше пойду. Или кто это стрельнул? Я что-то вообще ничего не понял. Где мой управитель? Где эта ленивица? Арона? Стоп, она же мертва. Троварс! Что случилось? Поставим на этом точку. На чем точку? Победа над Мираком – весьма впечатляющее достижение. Интересно, какое еще применение найдет тебе Хермеус Мора? По-моему, у меня нет никаких заданий. Что ты можешь рассказать мне о Моровинд? Тебе слишком мало лет, чтобы помнить Нереварина. Он победил Дагота Ура и спас нас всех от Мора. Вот черт, надо доставать сейвы Морки и продолжить.
Ладно, ребят, на этом все. На этом я буду завершать эту серию и продолжать свои прохождения. Если что, предлагайте мне какие-то квесты. Пока я буду выполнять второстепенные квесты. Мне нужно почистить вот это вот все. Наверное, я их и почищу. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте, ребят. Завтра, точнее, или послезавтра, или завтра, будет новый сет, ребят. Новый сет, и я его не буду так имбово зачаровывать, постараюсь поменьше. А там как получится. Потому что меня даже в имбовом сете убивают драконы. Так что не говорите, что он имбовый. Все, это был канал Мистер Кэт. Счастья, здоровья вам, друзья, и пока.